Всем привет, продолжаем готику. Восстановился у меня голос более-менее, поэтому можно продолжать. Так, в прошлой серии, да, у нас есть крутой сундук, который я не могу взломать. Для этого мне нужно подкачать взлом. А для того, чтобы подкачать взлом, нам нужно сейчас вернуться в Треллис. Это недалеко. Мы телепортируемся по-быстрому. Да? По-быстрому же? Или игра еще не проснулась? Как-то так. Убери оружие, и теперь Морро. Нужно найти... Чего ты хочешь, Морро? Я хочу воровству научиться. У меня есть 65 очков обучения. Сейчас 35 или сколько там надо потратим на невозможные замки. Там еще надо будет за сокровищницу не забыть. Тебе пора идти. Не мешай мне. Так, все понятно, с вами нельзя говорить. Где-то вот здесь он, по-моему, да? Чего ты хочешь, Морро? Возможно, здесь? Или возле арены? Тебе пора идти. Исчезни. Так, а, ты у нас торговец, да? Ну ладно, сейчас поищем, найдем, я думаю. Чего ты хочешь, Морро? Не мешай. Что тебе нужно? Так вы не учите. Я уверен. Исчезни. Такие все неразговорчивые. Что, не видишь, что мы разговариваем? У тебя наверняка есть еще дела. Мне нужно немножко отдохнуть. Чего ты хочешь? Тебе пора идти. Иди отсюда. Тебе пора идти. Оставь меня в покое. Походу... Что тебе нужно? Возле арены где-то, да? У тебя наверняка есть еще дела. Мне нужно. Чего не хочешь? Отдохнуть. Сильвестр не хочет. Тебе пора идти. Куда тоже не хочет говорить. Наверное, возле арены где-то. Сейчас посмотрим. Давай, давай, не подыхай, беги. Так, ты у нас... А если бы мне нужно немного отдохнуть? Морро, приветствую, слава. У меня важное нужно задание. Показать, мне нужны сведения. Запрещено. Мной рука, что я... Понятно, очередной выпендрёжник. Все понятно. Чего ты хочешь, Морро? Они должны выйти и сразиться с нами. Ты будешь биться с ними. Иди отсюда. Покажи, Морро, что значит. Чего ты хочешь, Морро? Да где же орк, который иди учит? Иди отсюда. Мне надо работать. Работать ему надо. Точно. Научите, иди отсюда. А, воровству. Эй, алло, ну кто-то же из вас мог научить. Или может быть ночью надо на эту тему говорить. Так, ты просто кузнец. Ты как бы куешь оружие, с тобой все понятно. А где этот орк? Чего ты хочешь, Морро? Блин, орк, надо было серию пересмотреть. Свою. Что случилось? Займись хоть чем-нибудь. Чтобы узнать, полезно. Где искать этого засранца, который учит воровству. Ладно, тогда я остановлю запись. Продолжим, когда я его найду. Так, обыскал я все, значит, в Треллисе. В итоге вспомнил, что все-таки вроде как шпион, да? Которого мы спасли, вот он. Я не хочу неприятно, не нет. Ха, ну тогда я не знаю. Я тогда даже не знаю, кого тут. Тебе нечем заняться. А, Мэрил, он, по-моему, не учит. Ну, тот, который... Да возьми ты камень. Тот, который в Сильдоне, он, по-моему, учит только... Убери, мне нужно его. Ну, обычным замкам. Необычное, тяжелое взломать. Ладно, тогда, наверное, не судьба. А в чем дело? Дождем утра сейчас где-нибудь. И пойдем тогда с утра. Ну, тут кровать нет. В чем можно дело? Прям тут завалиться. Да и плюс дождь этот.
Не хочу в дождь идти. У вас тут мечи валяются ржавые. Мне нечего делать. Порядок наведите, не знаю. Чего ты хочешь, морка? Никто не хочет. По-моему, один из орков, но... Тебе пора я идти. Я упустил. Иди отсюда. Скажем так, диалог. Погреться у огня. Что может быть лучше? Займись хоть чем-нибудь полезным. Сейчас еще раз. Исчезни. Нет. Ладно, бежим тогда дальше. Я запомню тот сундук в пещере. Постараюсь, по крайней мере. Так, а мы бежим вообще по какому заданию? Угу. Надо. Налоги надо. А, ну да, мне по сути только налоги остались. Да собирать налоги в Сильдене и потом спокойно и нога вести к Анагу. Ну ты, по-моему, всех тварей, да, поубивал? У меня стрелы даже огненные. Я, по-моему, с кем-то сильным дрался, да? А, ну да, скелеты, они же обычные стрелы, им вообще плевать на них. Вроде все тихо. Домик какой-то, кстати. Мы не заглядывали. Надо это исправить. Ой, блин, а тут... Тут крокодилы, да? Ну, я пока что мимо пробегу. Но они вроде не хотят особо нападать на меня. Наверное, я просто далеко стою. Не хочу это проверять. Потом как-нибудь... Потому что стрелами что-то не особо. О, вот этот вот. Да, он сразу бежит меня убивать. Да умри ты. Да попади ты, убей его. Не хватало сейчас от кабана склеиться. Ты один тут такой, друг? Или где-то еще есть? Они поодиночке, по-моему, не лазят. Где-то еще должен быть хотя бы один вепрь. Ну, собственно, как я и сказал. Ой, там что-то звуки какие-то, кстати, слышу. Волки что-то с кем-то. Да ударь ты его. Сражаются где-то. С какой стороны-то? Поели мясо. О, нет, 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 нет. О, тут еще один. И волк. Да что это за место такое дикое, а? А еще и падальщики. Класс. А, нормально оторвался. Иди сюда. Понятно, стрелок я такой себе в этой игре. Здрасте. Да что ж такое-то, а? Смотрите, с такого расстояния. Или он неуязвимый какой-то? Что? Да ладно. А ты тут откуда? А где волк? А, он забил, да? На тебе прям в сраку. Мне что-то вот это вот не нравится. А,
Я понял, куда я пришел. Давайте уже эту ферму зачистим тогда. Или что тут? Ну тут гоблинцы, как бы, да. Волк ел падальщика, да? Но при этом мясо все осталось. О, сундук просто в траве лежит. Чего? Стрел побольше, да, а то я их трачу вообще куда попало. Трава, блин. А, нет, с вами я не хочу выяснять отношения. Я снайпер тот еще. Что им, по-моему, не особо, да, понравилось? Чтоб тебя. Нет. Нет. Пожалуйста. Срочно. Прыгай, дурак. А, нет. Чего? Это еще кто? Да вы шутите? То есть за мной не один только гоблин, за мной еще какие-то твари бежали. А кто это вообще? Так, сейчас разберемся. Что-то я не пойму никак. Вот это не знаю, надо мне или нет. Олень. Вот ты мне нужен. Да в смысле? Ту-ту-ту. Ты откуда взялся тоже? Ты был со всеми должен быть. Он меня сейчас убьет, да? Было близко. Ешь быстрее. Меня гоблины убивают. Мне надо броню какую-нибудь, не знаю. Но деньги жалко тратить. Вдруг я что-то годное найду. А я какую-то броню купил средненькую, которая еще визуально не будет мне нравиться. Как бы такое себе. У нас зайцы, бизоны. Меня вот трава вот это привлекает. Нет. Я зайчика подниму и все. Ладно. Нет, так нет. Так, а это этот выход, да, из Трелиса. Понятно. Ладно, мне интересно. Да отвали ты. Что он там за твари были? Кто-то помимо гоблина за мной шел. И там такие нормальные ребята вроде. Конкретные. Зомби. Да ладно, откуда вы здесь? В таком количестве? Вы что? Какие они жесткие, а? Мне не нравится их оружие на самом деле. Что-то как-то. Так, ну как бы я их успешно бью, но до поры до времени, да? Вот и давай. Я буду не. Гляньте, они орка, они просто орков, я не знаю, бросают. Колючая дубина. Воу, подождите, вы мой опыт забираете.
А можно навестись, пожалуйста, на того, кого надо? Эта резня не сделает мне чести. Я уверен, что у тебя еще есть дела. Что сделает честь? Ты видел этих тварей? Я так и не понял, сколько опыта за них дают. Ну как бы они стрёмные с этими своими... дубинками. Куда я стреляю, не знаю. Куда они тут взялись вообще? Почему они тут ходят? Так, я думаю, на самом деле... вот так надо сделать. Поджигать их. Получается их бить. Блин, там гоблин. Серьезно. Там еще гоблин стоит. Что не особо они... Зомби, кстати, похожи. 300 опыта. Да опусти, дурак. Подними. Дубину. Подлая тварь. Убили. Ну ладно. В итоге одна только я отдохнуть. Закошмарил. Ну как бы... они жесткие. Так. Идем дальше.